Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу сделать украшение для своей новой шляпки. Вот эта шляпка, которую я вчера купила. Я хочу ее сделать с пляжной, более такую походную, когда я могу одеть ее в любое время, просто в магазин, когда солнце светит сильно. И желательно, чтобы лицо и голова сильно не пеклись. Поэтому я ее буду носить, так как я вам говорю. Поэтому, сейчас, видите, в одном месте она приклеена сильно. Она имеет вот такой ободочек или ленточку. Вот я ее, эту ленту немножечко вот сюда смещаю. Вниз, чтобы она была. Вот это отрезаю, вот этот фостики вот эти, которые можно завязать, конечно, в виде бантика, но я их обрезаю. И здесь хочу сделать цветочки, которые и закроют вот этот вот узелок и будут украшением для этой шляпки. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Так, шляпку пока откладываю. И для того, чтобы сделать цветочки, мне нужна лента двух цветов. Вот я уже попробовала делать вот такой цветочек. Это лента шириной 2,5 сантиметра. Так. Здесь 2,5, и я сейчас нарежу отрезочки длиной 3 сантиметра. А те, которые, та, один из цветочков, который я буду делать вот такой ленты шириной 3,5 сантиметра, я нарежу несколько кусочков по 4 сантиметра. Обрезаем немножко уголки этой ленты широкой. И обрабатываем эту сторону на свечи. Когда мы будем подносить к свече, она лента искусственная, она плавится, подворачивается. Ну, вот так где-то получается. Другую сторону мы будем складывать в виде гармошечки. Вот такой. Так у нас получается. Таких нам нужно будет сделать для цветочка 6 штук. Точно так же обрабатываем и лепестки из узкой ленты. Но здесь уже можно вот эти кончики не обрезать. Она вполне нормально загибается и получается хороший лепесточек. Находим серединку и вот это все вот так закрепляем при помощи пинцетика желательно и опаливаем, соединяем. На более большом цветочке показываю, как я буду соединять лепесточки. Наносим клей пистолета, горячий клей.
соединяем. Теперь нам осталось сюда еще добавить, поставить в центр вот такие тычинки. Тычинки можно самому сделать, можно купить. У меня есть мастер-класс, как делать такие тычинки. Центр цветочка можно выделить при помощи акриловых красок. Я беру желтый цвет. Потом можно будет покрыть лаком. Для того, чтобы, если будет дождь, вода, то все будет, останется на месте. Ну, вот так немножечко. Такой цветочек получился. Так, когда цветочки готовы, делаем примерку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, сейчас. Вот так. Где-то этот цветочек будет вот здесь. Здесь пару цветочков с одной и с другой стороны. Ну и сделаю еще с этого материала, с ленты, сделаю несколько вот таких цветочков. Ой, с листочков. Я уже вот один сделала. Так. Что для этого? Я беру, отрезала кусочек этой же ленты. Складываю ее вдвое. И просто обыкновенно вот так присобираю. По всему вот этому срезу. В виде гармошечки. Вот так где-то получается. Так, сейчас это все собираю. То, что собрано, закреплю пинцетиком. Так, лишнее обрезаем. И закрепляем, соединяем. Оно обгорает и хорошо соединяется.
Сделаю таких несколько таких воздушных листочков. Так, вот так нарисую. Где-то приблизительно. Ну, я беру, сейчас померяю, чтобы одинаково еще сделать. Так, 9 где-то сантиметров. Да, 9 сантиметров. Вот так и отрезаю. Сделаю больше. Если использую только 4, будет 4. Если надо, будет 5, значит, посмотрим, когда будем складывать, и посмотрим. Шляпка у нас получилась. Сейчас я примерю. Так, вот такая шляпка получилась. Единственное, что она должна быть вот так. Для того, чтобы вы увидели, я показываю. Все делайте и вы, украшайте свои шляпки. Сейчас на распродаже я эту шляпку купила за 2 доллара, за 45 гривен. Поэтому это даже очень выгодно. Очень оригинально, очень индивидуально. Вот такие цветочки и такое украшение. Всего вам доброго и до следующих видео.